Вот надо звучик. Галина, ну как печенье? Хорошо. Хорошо. А где мои печатки? Там они внизу, твои. Кстати, магазин очень известный афинского дизайнера. Маринека. И считается вот этот вот сеть магазинов Маринека. Супер крутой. Ага. Офигенный. Маринека. Как так? Типа они все балдеют там. Маринека. Чтобы прям там совсем дизайна. Я бы не сказала, чем-то похоже на белорусский товар. Яркая расцветка. Не, ну ткани натуральные, такие прикольные, интересные. А так, чтобы ох-ях. Смотри, у них тут парикмахерские такие популярные. Это не парикмахерские, это для тех, кто лобает на гитарах. Да? Слушай, интересно, смотри, как у нас дурбанки сидят в этом, в Нордее. Ну, видишь, там сидят, а у нас там все стоят. Ну, короче, финны любят даже зимой ездить на лесопедах, товарищи. Давай-давай. Сокос наш любимый. Окей. Ну что, здесь придемся, не пойдем сразу на спорт. Пошли на спорт. Мы будем, да, время тратить? Да. Пошли. Мы идем искать магазин Интерспорт. Старым улочкам. Старого улочка. Сколько лет мы сейчас? Смотрите, вот. Мне кажется, там какой-то 15 лет, там 16 лет. Это сюда, так. Ну, самое интересное, что даже здесь дома есть ветки, но они очень хорошо отреставрированы. Магазин Приватий. Там должен быть бумеранг. Много-много бумеранга. Ну там что-то нет бумеранга. Ой, а вот можно нам вот это вот с собой взять? Вот это. А ну типа там. И на нашем улице будет праздник, переведется КамАЗ с туалета бумага. Это чего? А что это посел? Это он снабжает всех полетом? Да. Представь, Олечка, столько народу вперед. Насколько же надо это. Как это? Так. Вот сказала Антилла. Несел карту. Очень, короче, доставай карту, надо будет искать. Я не умею по ней искать. Нет, ну ты смотри, мы сейчас идем по... Ну, по хапа похуй. Вот это Хэ. Это куда мы должны идти?
Вот смотри, улица Изакату. Варанкату. Сейчас мы пересекаем Капа-Капа. Вот Изакату. Сейчас вот Изакату. И вот нам еще дальше идти, значит. Туда. А, ну значит туда. Да. А еще вот смотри, все для вязки. Как интересно, по-моему, надо заходить коляску вот так вот только сюда. Слышишь? Заводишь и сама заходишь первая. А не так, а так толкает тоже. Ты заходи сначала сама, а потом уже. Очка, вот это Алексей, помнишь? Ну, это обувь. Нет. Нет? Это вот всякая хрень. Ну что, скидки 50%. Пойдем? Давай, закрывай. Олла. Олла. Вот это какой-то Равентола Кантис. Короче, сюда тоже пиздюхать. Ну все, товарищи, до новых встреч. Все, чао.